В настоящее время в аукционную документацию вносятся изменения по рекомендации Департамента ветеринарии Свердловской области путем исключения из технического задания эвтаназии безнадзорных собак в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Вторая закупка будет осуществлена в апреле 2019 года. До заключения муниципального контракта услуги по отлову и содержанию безнадзорных собак осуществляет Первоуральское городское общество защиты животных на основании заключенного с ними договора.